Опа. Ну, друзья, всех приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, очередная рыбалочка на речке Саксага, но с ночевочкой. Да, я не знаю, конечно же, как оно будет ночью карасик здесь клевать, вот, какой. Вот. Я думаю, вам будет интересно, что на речке ночью будет брать и как будет брать. Я не раз выезжал на рыбалочку днем в такую жару, и карасик просто очень плохо брал, а на ночь выходит на охоту, чтобы покушать. В общем, буду я проверять свои домыслы. Естественно, будем рыбачить мы на поплавочную удочку со светлячками. Вот у меня здесь их 10 штук, я отдал за них 24 гривна. Это экономно, они небольшие. Вот, как я их буду цеплять на поплавочек, я сейчас покажу. Сложного там ничего нету. Ну, вот такой пример небольшой, да. Немножко подмотал изоленты, вот, чтобы плотнее налазило. Эта хромочка есть, продается в комплекте со светлячками. Возможно, вы не раз замечали. В общем, друзья, у каждого по-разному толщина поплавка. Вот, везде надо подбирать. В магазинах очень много продается, разных диаметров. Так что сейчас с этим проблем нету. Закармливать мы будем, друзья, макухой. Вот я ее замочил. У меня надежда на то, что, скорее всего, что черепахи ночью будут уже отдыхать, спать. Это уже большой плюс. И мелкая рыба также не будет мучать нас. То есть будем, если ждать, то уже карася, ну или более что-то покрупнее. Тем более здесь и карп есть. В общем, все мы увидим, друзья. Ловить я буду на червячка и на перловку с панировочными сухарями. Итак, друзья, закормил, удочки забросил, светлячки повтыкал, сделал немножко такую дымовую завесу, немножко комариков погоняем. Хотя я с собой брал мазь, но это так, на верочку. Друзья, вытащил плотвичку на перловочку, да, ну отпускаем ее, она еще маленькая. И тут же сразу у меня на червячка, смотрите, что взяло. О, карасик, и довольно неплохой. Больше 300 грамм. Так что, друзья, прикормочка наша работает. Карасик подходит. Вот. Ну что, будем смотреть дальше, что она ночью будет. Еще одного вытащили. Хорошо берет, поднимает поплавочек. Значит, вывод. Рыбка кормится ночью сейчас, летом, в такую жару. Наверное, и давление позволяет. Вот, не жарко. И аппетитик поднимается у карасика.